Всем привет, меня зовут Мария Могильная, мне 15 лет, и я из Беларуси. Начало моей творческой карьеры был Славянский базар, где я заняла гран-при. Именно после этого меня начали приглашать на различные концерты, конкурсы, меня начали узнавать люди, появились фанаты. И мне, честно говоря, очень нравится популярность, потому что ты чувствуешь поддержку людей. Даже если идет какой-то хейт с их стороны, это наоборот делает тебя сильнее, ты понимаешь, что какой-то человек просто завидует. Ну, он завидует тому, что он не смог такого добиться, и у тебя появляется еще больше мотивации стремиться вперед и доказать всем, что они не смогут лучше. Моя цель — стать знаменитым артистом, чтобы людям нравилась моя музыка, мое творчество, и чтобы они меня поддерживали. На проект «Ну-ка, все вместе» я пришла, чтобы попробовать свои силы в соревновании со взрослыми участниками. Пути-путички — это кто? Ой, какая милая девочка. Я никак не переживаю, потому что знаю, что песня у меня готова. На сцене я уже как солдат могу стоять спокойно. И осталось только дождаться выступления. Какая дивная, юная. Здравствуйте, меня зовут Мария Могильная. Мне 15 лет, и я из Беларуси. 15 лет? Да. Боже! Фамилия какая? Фамилию поменять? Для детских конкурсов я уже взрослая, но для взрослых еще маленькая. Поэтому я благодарна этому проекту за возможность соревноваться со взрослыми артистами. Потрясающе, молодец. Удачки тебе, ласточка. Боец, боец. Молодец, боец. Она боец. Да. Тяжело 15-летней артистке после взрослых мощных голосов. Хорошенькая, красоточка. У нее такой взгляд. Какой такой? Она так очень размеренно моргает. 15 лет, это ребенок. Да? Ребенок. Что она будет петь? Она сейчас будет петь что-то нежное. Где мои 15 лет? Ох! Медуза. Вот эта песня. Судя по графике, да. It's been said and done. Every beautiful thought's been already sung, and I guess right now here's another one. So your melody will play on and on with the best of them. You are beautiful like your dreams come alive, incredible. Хорошая девочка. Хорошая. No one compares your stand alone to every reggae I own. Music to my heart, that's what you want. Поддержу вас. Молодец! Что, все встали, да? У-ху-ху! Спасибо большое. Ну, что я могу сказать, дорогие друзья? Мария Могильная уже видит, сколько баллов она набрала. Я произнесу эту цифру. 99 баллов! Спасибо огромное. Это рекорд сегодняшнего выпуска.
Вот там, в позорном красном углу, сидит Валерия Лисовская. И я призываю ее к ответу. Ребята, еще бы я... Было бы 100, это было просто такой финал. Простите. Но у меня бабушка родом из Белоруссии. Простите меня. Но дело не в этом. Дело в том, что вначале было грязно. И я как педагог по вокалу, я... я, понимаете, 15 лет. Но вот это меня очень подкосило. Все, извините, ребята, извините, все. Друзья, тише, пожалуйста. Сереж, ну рассказывай. Нет, ну вы совершили, конечно, переворот сейчас, честно. Никто не ожидал от вас такого ангела, который вышел и так скромненько сказал: вы уж извините, вы тут взрослые что-то поете, я тут немножко постою, ну просто попробую. И бабахнули 99 баллов. Я думаю, что, конечно, все слышали ваши неровности, шероховатости в начале. Но, во-первых, эту абсолютно песню-жвачку, такую прям абсолютно попсовую песню, вы как-то вырулили на интересный музыкальный шедевр. И это было так красиво, это было так здорово. Вы действительно как ангел сейчас. Нас куда-то погрузили в атмосферу. Мы вам все поверили и добавили вам, конечно. Это скорее аванс. Но мы все услышали, как вы много можете. И аккуратно, и тембр прекрасный, и на верхах вы раскрылись прекрасно. И мы услышали, что вы еще можете. Пожалуйста, не останавливайтесь. Не разочаруйте нас далее, а удивите нас еще. Вот это самое главное. Это будет очень непросто. Да, но фамилия у вас такая неоптимистичная, надо признать. Фамилию, ну... Мама обычно говорит, что от слова «магия». От слова «магия»? Я могу сказать точно, что вы сегодня... оправдали свою фамилию тем, что вы загнали туда предыдущих исполнителей. Очень многих. Поздравляем! Спасибо огромное. Спасибо, Алексей Чумаков. Ну, а сейчас скажет Наталья Гулькина. Я хочу еще раз послушать, понимаете? Вот хочется. Мне мало, не хватило вот этого вот кайфа. Я счастлива от того, что у нас растет такое потрясающее поколение. Талантливое, красивое. Спасибо большое. И гармоничное во всем. Молодечек, умничка. Тебе только вперед! Я хочу еще узнать мнение прекрасной певицы Алины Яровой. Несмотря на то, что вам 15 лет, вы выступили значительно более профессионально, чем многие, кого я вообще, в принципе, слышала. Хочется сказать спасибо маме за то, что она поддержала так ваше желание и направление в вокале. Мама в зале, да? Мама здесь? Мама, вам аплодисменты, что создали такого ангела. Помните, когда-то, несколько десятков лет назад, висели плакаты с лозунгом «Певица, которую мы ждали». Валерия. Появилась Валерия. А сегодня певица, которую мы ждали, появилась для сотни в этом выпуске. Спасибо огромное. Спасибо Мария огромное. Могильная! Просим занять первое место в тройке лидеров. И мы, к сожалению, прощаемся с Дмитрием Ричко. Дима, спасибо большое. Твое выступление было настоящим. Женщины плачут, мужчины аплодируют стоя. Взяла и порвала. Все. 15 лет, а что будет дальше? Ну как Лисовская не встала, я не могу понять.